26 апреля текущего года исполняется 30 лет со дня трагической катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. В ликвидации последствий техногенной аварии принимали участие свыше 600 тысяч человек со всего Советского Союза. В их числе были и орловчане. В рамках мероприятий, приуроченных к этой дате, ликвидаторы встретились с молодежью. Ознакомительная беседа. Расскажу о том, как что происходило, так как я принимал непосредственное участие при возведении саркофага, или, как сейчас говорят, укрытия, ну, по-нашему, саркофага. Какие вопросы, ответы будут? За время беседы школьники смогли не только получить ответы на волнующие вопросы, но и увидеть реальные кадры из фильмов о ликвидации последствий на ЧАЭС. Некоторые радиоактивные вещества достаточно легки для того, чтобы посредством ветра распространиться на тысячи километров.